Психолог, артист, друг, наставник. Такими качествами должен обладать воспитатель. Ежедневно сотни представителей этой профессии готовят ко взрослой жизни северодвинских дошколят. Накануне профессионального праздника лучших воспитателей чествовали в ЦКИОМ. Первый после мамы учитель – это воспитатель. Сегодня в зале ЦКИОМ лучшие представители этой профессии. Вы делаете великое дело. Вы открываете своим воспитанникам мир детства и мечты. Вы позволяете им раскрыть их только начинающиеся таланты. Я желаю вам огромного здоровья, крепких нервов, креативных идей. Ряду работников северодвинских детских садов вручили грамоты от городской администрации. А воспитателя детского сада «Малиновка» Елену Попову наградили дипломом регионального министерства образования и науки. Ее проект «Ученый малыш» – победитель областного конкурса и обладатель гранта. Для Елены это еще один стимул – любить свою работу. А просто ее люблю за то, что рядом дети, за то, что рядом замечательные коллеги, за то, что просто мне там уютно и хорошо. Не забыли и о тех, кто отдал воспитанию детей не один десяток лет. Наталью Репешную судьба связала с детским садом «Зоренька». Ему она посвятила 33 года. А 2 года назад вышла на заслуженный отдых, но так и не привыкла. Бывает даже иногда и снятся дети свои, которых выпустила, которые и давно были. Вспоминаю, конечно. Сегодня маленькие лягушата, звездочки и фиксики выступали на одной сцене с воспитателями. Ведь призвание этих взрослых – всегда быть рядом с дошколятами. Сегодня в Северодвинске трудятся 1155 воспитателей. Для каждого малыша свой самый лучший. Мне больше всего нравится Светлана Дошина. Почему? Потому что она добрая и веселая. Они хорошие, умные. Что вы вместе делаете? Учим стихи, песни про садик. Помнишь какое-нибудь стихотворение? Помню. Воспитатель милый самый, помогает нам и учит. Мне она почти как мама, и дядя наш самый лучший. Мария Воробьева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.